Так, я с Агами захватил. Сейчас убью вон того пацана. И Идзу попробую захватить. Пойду под этиков Хотя встану. нет, я лучше сразу Идзу захвачу. Надо было сразу, кстати, Идзу захватывать. Чего сюда поперся? А тут кузница, да, мастерская. А тут можно строить крутые эти самые, да? Будут прокачанные пацаны. Видишь, у меня войска повсюду стягиваются. Куда, блядь, он пошел? Я не понял, Глянь, у что-то. него армия у синего стоит. Точнее, идет. Блядь! Ага, давай ебывался. Сука! Пизда твоему вассалу. Да хуйня вопрос сейчас. Все, у меня теперь мир. Сейчас восстановим. Теперь перемирие. Никто тебе со мной не воюет. Ну, точнее, вот этот пидор. Ничего, я восстановлю его. В смысле, Я хочу, чтобы восстановишь? меня на... ну, в прямом его можно будет восстановить, когда я захвачу Этика. Там вассала сделаю, и опять дата у вас появится. Восстанет из мертвых. Потому что мне выгодно, чтобы он по Что, территориям там опять шел. агента? Блять, ебать, моего ниндзю арестовали. Охуеть, прикинь. А, они даже не арестовали, а куда купили? Ёбаный стыд. О, закупатор хорош. Я его два раза пытался порезать, и не получилось. Так, этого надо валить. Ну куда ты пошел? Я тебе до города дойду. Я захвачу Идзу. Ебать, ебать, не-не-не-не. Вообще Хотя... нормально, там никого нет. Там не ни хуя никого. Там замок, во-первых, какой-то крутой. И Да там только я дворцовые. не дошел, кстати. Там исключительно дворцовые эти хуёвины. Сагами у меня тут это... бунтуют. О, я кай починил до конца, всё. Вот уж этот агент, сука. Двоих моих. Ниндзю самое главное жалко. Ниндзя был раскачан хорошо. Придется закупать нового. А я почти синтобуддизм изжил на своих территориях. Ой, я могу, кстати, нанимать и войска ниндзя, покинь. Да, есть такие. И все ниндзя. Так, дайте мне вот этого ниндзя сначала. И давайте вот этих ниндзя. Так, ниндзя выходит, а... Пойдем, кстати, вот. Так, куда его найти вместе? Ебать, тут, конечно, товаропоток у меня. Бронить цену. Вправо уходит, вниз уходит, налево уходит. По всем дорогам, короче, кто-то шныряет. Так, шанс ниндзя скрыться в случае неудачи. Так, отлично. И текс. Жратва есть? Есть. Сейчас еще будет. Есть и еще будет. Такс, такс. Кораблики, кораблики, кораблики. Смотрим. Отлично. Сейчас пойду направо. Надо будет даты сделать, вассал. Надо будет этого восстановить. Все. Так, еду. Принимай ход конем.
Короче, пока стой, пока армия собирается. Мастерское орудие, нахуй его сломать. Она не всралась. Вот этих вот пацанов ставлю. Сейчас кайда чинится, вообще заебись будет. Да, торговля прет. Просто прет. Так, ну мне нужно сейчас еще корабликов настроить. Сетсу, да, у меня... А, Сетсу это моё. Тут нету ничего такого. Давайте тогда вот так вот. О, у меня в Старк Провинсах армия есть. А, ну это... Понятно. Ладно, строить я ничего не могу, поэтому... Поэтому ход. На армии подходит. Ну, вон та вот армия, лянь, лютая идет, да? Да. У нее еще и корабли, кстати, прокачаны хорошо. Я кораблями вообще заниматься не хочу, поэтому и хотел вассалов, чтобы они занялись морской хуйней. Там у кого-то восстание, что ли, что-то. Или этот чувак пусть такой крутой. Мне вот нравится, у меня в танго, короче, пиздец творится. Ебать, там армия идет. Охуеть. Жестко. Я говорил, мирись с ними. Нахуя, сейчас я там... Агент, опять агента какого-то. Да у тебя что не ход, ты пиздец. Честь даймё, плюс один, сэппуку. Кто-то должен сэппуку совершить. Дать твердыню, шанс. Что ли, сделать? Пускай искупит вину. Ладно, так. Все надо сделать твердыню, а то заебали. Там армию, блядь, заебешься держать. Умерил. Бля, ну армия у этого пацана крутая, конечно. Ебать, она еще и прокачана. Так, ну тут автобоем. И в замке тогда вот, укреплюсь. Пускай он захватывает назад свой город. Могу разграбить 14 тысяч. Ну, честь дай мой минус один будет, похуй. Как ты считаешь? Не, похуй. Выдающийся, слава дома. Так, чиним. Так, а наем войск. Ой, ебать, я могу сразу всех иметь. А, я могу отряд один. А, я не могу нанять, потому что там эти. Тогда давайте. Дозу гумерию. Тоно, осе но тори ни. Так, пока ничего не буду делать. Так, ниндзя, все, ты можешь ходить. Коко ни те, хито ясу. Так, отлично. Ты кто такой, закон?
Так. Сейчас это починится, я смогу нанимать войска. Ну окей. Так, все. Может, кстати, мир заключить? В принципе, я то, что хотел забрать, я забрал. Давай попробуем с ним мир. Тут что-то дело пахнет керосином. Следите за своими речами. Пока бьется. Не, не хочет мира, ну как хочешь. Мужик, ты понимаешь, что ты подписался смертный приговор. Хотя и армия крутая. О, а это я могу захватить. А, не, это мои тоже союзники. Кстати, неплохие. Тогда не буду. Тады не буду. Просто с этим сейчас воевать это смысла нет. У меня флот не такой большой, чтобы развязывать войны. Ну, золотишко его урвал, это уже хорошо. Золотой комплект. Доход 2400 только с одного золота. Странно, а почему у меня ход не появился? У этого персонажа. И у него замок, самое главное, построен. Офигеть. Да, ну замок они хуй возьмут. Сейчас еще туда пацанов. Еще найму войск. К тебе подходит, подбирается или куда он. Да, чувак, все идет. Вот этот, опа, наехал. Блять. Хули ты вообще оставил одного тут, солдатика? Но и зато я с другой стороны сейчас пойду. Бля, это разрастается. Вафля. Ну это пускай захватывает. Тут без вариантов. По-любому. Если че не обстоятельств. Но у него, ебать, у него. Наследник и даймё пошел войной. И все прокачаны. Еще два генерала. Кстати, что я заметил, у него пехота. Ага, и он сразу сюда пошел. Ах ты пидор. Бля, вот это печально, что он туда пошел-то. Ну ладно. Ниндзя почти невозможно обнаружить на... Пока он гонится вот за этим поверху, сейчас второй, короче, подходит просто и тигр захватывает и делает опять... Вассала. Так, что же делать там? Так, а тут можно нанять армию. Два хода. Давайте вот так вот. У меня по армии, кстати, лучников много. Нормально. Надо больше мечников. Так. Куноно шимубе де гозаримасу. Джаки га ши о мукаэру но ва джикан но мондай.
Давайте убейте этого агента ебаного. А, о, он его покоцал. Убить не сумел, но покоцал. Хорошо. Так, одного давайте я сюда. Так, а второго вот сюда. Тут. Моё войск. Так. Так, а что за армия? Ага. Такая еще небольшая армия. Так. Так, мы подготовим. Вот так вот. Так, ну и флот надо готовить, это нихер. Ну, как-то так. Вы-то уже у всех замки приоткачены. А, это мои. Это мой замок. Бля, что ж он будет делать-то? Я бы, конечно, мог выйти и пиздануть того, но не факт, что он тут сейчас не пойдет. Дай я сохранюсь. Так, все. Конец хода. Да, ну отжал он у меня. Сатами, гад. Ну это мелочь. Это мелочь все. Уже ты 3900 на армию трачу. Я крут. Дима решил своего союзника отбить. Да. Интересно, он будет со мной воевать? Не, новый нет. Смотри, у тебя сзади так ходит хуй. А, все. Нормас. Или чё? Куда он делся? Чё это такое ещё появилось? Ну, вассал. А-а-а, это такое вот такое вассал означается. Да. Но это уже новый вассал получается, это уже не ну, этот да. Самый. Не тот, что был. Отрывал тот. А причем синий-то с ним не воюет, да, ты он не. Видишь, вот сразу за территорию хуяк. Да-да-да. И все. Охуенно. Поэтому я теперь тут буду собирать новые войска. Кстати. Так мне можно, получается, за сагами захуярить. И все. И он, получается, не будет воевать с ним. Не, ну он, конечно, может ему объявить войну и напасть. Но все равно. Это будет смешно. Но у фиолетового войска такие крутые. Но у него в основном... У него лучников, кстати, нету вообще почти. Прикинь? Вот у этого фиолетового. У Сатоми. У него в основном одна пехота. И так, такая пехота. Всякие говнари. Все, короче. У меня опять есть вассал, с которым я опять торгую. И с ним у меня симпатия. В отличие от всех остальных пидорасов. Да, сейчас фиолетового даймё ёбну, то пизда. О, кстати, у меня основная причина к этому... Антипатия, это из-за того, что религиозные различия.
Так, а есть кого-нибудь, кого я смогу бы сосалом сделать? Моего деда тоже это перекупили или что, куда-нибудь дели. Пидорас. О, еще один торговый путь. Так, а чем это там качается? А, у меня вот тут качается. Нафиг оно надо? Давайте, я сейчас воюю. Так, вот Хуанма все еще не хочет в мир и сосалом быть. Тебе я в сосало не могу предложить. Такой наивный. Еще один торговый. Замок. Я так торгую. Ямато, ты 900 можно. Так. 900. Сёгун что-то не хочет в сосалом быть. Я знаю, как сделать. Ну, с чего бы это интересно? Опа! Брачный союз можно сделать. С кем? Так, а с кем я только что это видел? 900. И так. Опа, я сразу с ним стал другом. Ты у него 8 провинций, вот это хуёво. Вот когда ты его подкоцаешь, я его смогу сделать в сосало. Ита это который в самом углу левом. А, ты самый крутой. Из леваков. Ту-ту-ту-ту. Бля, что ж это будет делать со своей крутой армией? Он пополнить не сможет. Это хорошо. Ну и я его втащить не могу, у меня армия не настолько крута, как у него. Вообще, я, кстати, мог бы предложить брачный союз, но он что-то со мной не хочет мириться. Как будто он ко мне сможет пройти. Э-э-э-э-э. Так, а с кем я сейчас могу брачный союз сделать? Давайте вот так вот. Опа, еще один брачный союз с черным. С негром, что ли? Ну, цветочек, который черный такой. А я с ним воевать хочу, кстати. Да похуй. Твою дочь захерачу. А она уже у меня в семье будет. А, ты у него дочь забираешь. Чё-то меня все шлёт и шлёт. Так, не теперь посмотри, что у меня с домом. Сколько у него провинций? 1700, 1900. Ну, я, кстати, не 700. У всех есть, короче, жены. Плюс у одного из генералов есть какая-то взрослая теперь дочь. А, видимо, когда в этот... у него сын вырастет, то ему сразу жену уже нашли. Забавно. Может, мне тоже жену у кого-нибудь отжать у розового. Так, а чё мне теперь по... раз дружба, два дружба, две симпатии. Слушай, у меня прям нормальные отношения появляться начали, а то у меня совсем вражда была и антипатия. Ну, я говорю, оно потом это в плюсы идут, когда ты долго с ними торгуешь. М? Когда ты с ними торгуешь, оно тебе в плюс идет. Они начинают дружить. Не понял, кто у меня улучшился. А, сын просто особенность получил. Он стал преданным. Храбрец, истинно верующий, преданный и жена красивая. Так, что мне еще можно с домом сделать? Опа, ты че мне без чина? Будешь отвечать за золотишко.
А, кстати, о, сынишка-то наследник двоих детей уже сделал. Ебать, он плодовитый. Второй сынишка, который на обороне у меня сидит, ну, бывший генерал, который был, тоже двоих детей, и у него уже невеста этот, дочь выросла одна. А третий что-то, сука, ничего еще не предоставил для дома. Слабак. Так, да, вот этих генералов, ну, да, поближе к союзнику подставлю. Торговля идет вообще просто огонь. То у меня плюс 2900. Но есть проблема. Я плачу армии 4. Я 3900. Хотя сейчас не знаю, сколько, да, 3900. Сейчас со следующего хода еще буду платить больше. Потому что мне это нужно как его... Войну сейчас вот с этим выиграть. У него слишком крутая армия какая-то идет. Лютая. Я построил еще один военный порт. Чтоб мне давали еще больше денег. А этот лютует там. Я смотрю, черный. Нига-то лютует. Да, они там что-то между собой воюют, а я при этом торгуюсь с ними со всеми. Ну и нормально. Он уходит, уходит. А, он пошел, пошел на войну на меня. Бля, ну тут, естественно,